нам нужно было провести для друзей, для пары друзей свиданий в каком-то необычном месте. Вот, и решили сделать это на крыше. Вот такая идея пришла. Вот, я искал крышу под это дело, собственно, ездил по разным крышам, на которых был доступ. Вот, и когда я был на какой-то крыше, я подумал, что здорово еще на крыше фильм посмотреть. Вот, после чего, собственно, это все переродилось в идею кинотеатра на крыше. Потом я посмотрел аналоги в мире, что есть схожее. Нашел хороший пример в Эстонии, в Таллине. Есть кинотеатр на крыше. Вот, но там прям серьезный кинотеатр с большой площадкой, с большим экраном, с баром. Вот. У нас политика немножко другая, у нас пока что такой большой упор на сохранение, создание атмосферы теплой. Пока что это не реализуется как бизнес-идея, то есть пока это не прибыльное дело. Вот. Но, по крайней мере, там за счет сборов, которые у нас идут за участие в просмотрах, ну, скажем так, за аренду они покрывают.